Это поручение было принято на одном из собраний Мориарти. Появился седьмой покойник. Трудно было представить, что сделал человек. То, что делает человек, это обычное дело. Это место, куда приходят богатые гурманы. Нет никакой разницы между аристократами и сиротами. Похоже, вы больше не сможете играть в карты, пока вы рядом со мной. Пожалуй, вы можете отомстить. Люди хотят, чтобы у ребенка было то, что они представляют. Уничтожьте следы преступления, и оно уже не будет преступлением. Это называется полным преступлением.